Всем здравствуйте, я Елена Минина. Я энергокоуч, я помогаю предпринимателям выходить на новый уровень дохода и на новый уровень в бизнесе без выгорания. Бизнес в кайф, ресурсность и энергия – это ко мне. И я хочу оставить свой видеоотзыв о школе жизни и о программе «Экспоненциальная уверенность» Михаила Саидова. Я вообще, честно признаюсь, я фанатка Михаила, я готова покупать все его программы, я его на 100% целевая аудитория, потому что я, когда впервые в жизни увидела Михаила, я поняла, что этот человек с таким уровнем мышления, что я хочу у него учиться. Я хочу у него учиться всему, чему можно у него учиться. И когда я смотрела вебинар, продающий вебинар о программе «Экспоненциальная уверенность», я ничего не собиралась покупать. Ну сколько можно учиться и сколько можно покупать какие-то программы. Я не смогла не купить. Потому что, вы знаете, я очень ясно поняла, что если я не зарабатываю 500 тысяч рублей в месяц, если я не зарабатываю миллион рублей, а миллион долларов мне еще даже во сне не снится, то у меня явно есть какие-то... проблемы с уверенностью. Ну вот, говоря прямым текстом, если я не миллионер, если я не продаю свои программы за сотни тысяч долларов, значит, у меня явно есть какие-то проблемы с уверенностью, потому что я очень крутой специалист с многолетним стажем, с потрясающими отзывами, но своих миллионов я еще не зарабатываю. И поэтому я пришла учиться экспоненциальной уверенности в школу жизни к Михаилу. Какие у меня были ожидания от этой программы? У меня было ожидание, что я окажусь в добром, бережном, поддерживающем, любящем пространстве, где я смогу проявляться какой угодно, со всеми своими мыслями, чувствами, эмоциями, состояниями. Пространство, куда я могу принести свои трудности и проблемы на блиц-коучинге к экспоненциальным коучам. Это то место, где я смогу не только чему-то поучиться, но и решить какие-то свои конкретные вопросы и задачи. А вы знаете, а я человек, который постоянно работает над собой всегда, и путь моего личностного роста и развития начался более 20 лет назад, и у меня есть мой личный коуч, я периодически прохожу терапию, я работаю с психотерапевтом, у меня очень большой опыт работы над собой, и это путь, который для меня, ну вот, по-другому я не могу, я хочу его продолжать, потому что я просто хочу достигать своих больших целей. И именно поэтому я тоже пришла в школу жизни, как стать настолько уверенной, чтобы достигать своих невозможных целей. И мое ожидание было о бережном, добром, доброжелательном, любящем пространстве и о секретных секретах. Михаил для меня тот человек, который настолько спокоен, полон ясности, мудрости, глубины, любви, света. Вот просто я вижу, как он сияет своим сердцем, своей мудростью и своей ясностью. И, конечно, я понимала, что я хочу этого человека учиться. Я хочу сиять светом мудрости, светом ясности, светом спокойствия и достигать своих невозможных целей. Сейчас я посмотрю, какие у меня еще есть вопросы. Насколько активно я обучалась. Я ходила на все занятия, слушала все лекции, те занятия, которые я могла законспектировать, если я в этот момент там не ехала на велосипеде, например, я конспектировала. Я ходила на блиц-коучинги к прекрасным коучам, и практически на половине блиц-коучингов я приходила с вопросами. Потому что я суперактивная, я супердеятельная, и если у меня есть возможность задать вопрос экспоненциальному коучу, продающему свою программу за тысячи долларов, конечно же, я этой возможностью воспользуюсь. И эта уникальная возможность была у меня в рамках школы жизни, которая стоила на тот момент времени 49 долларов в месяц. Но я, соответственно, платила за 3 месяца. То есть, в общем, по такой цене программа такого уровня, я была ошарашена, потому что я фанатка всего, что делает Михаил, и фанатка арены. Я считаю, что эти люди, они создают какое-то невероятное пространство, где есть все, где есть возможность задавать вопросы, учиться, общаться с коллегами, получать поддержку и решать свои сложные жизненные задачи.
То есть я была суперактивная участница, и некоторые вопросы, некоторые домашние задания я прорабатывала на сессиях с коллегами, писала в чат: «Ребята, эгегей, хочу с кем-нибудь поработать». И благодаря таким сессиям познакомилась с несколькими прекрасными своими коллегами, с которыми мы теперь даже с некоторыми делаем какие-то совместные проекты. То есть окружение... Окружение — это вот просто вот моя любовь. Окружение в школе жизни — моя любовь. Прорабатывала, делала, ходила, спрашивала. И даже на этой неделе впервые написала вопрос в анонимный чат, где можно получить ответ, без, когда неизвестно, кто этот вопрос задает. Задала сложный для себя вопрос, который не хотела выносить на публичное обсуждение. И даже возможностью воспользоваться анонимным чатом я решила воспользоваться. Какой результат мне дало обучение в этой программе? Знаете, у меня полностью, я полностью собрала в своей голове пазл, как достигать невозможных целей. Мне было очень интересно, прошу прощения, мне была очень интересна трактовка Михаила этой темы, и последнее занятие про достижение невозможных целей, я плакала. У нас полгруппы плакала, это было настолько, я даже сейчас говорю, слезы наворачиваются, это было настолько трогательно. Это было из такой глубины любви к людям и к миру. Вы знаете, ради одного этого занятия о достижении невозможных целей, как это делать по версии Михаила Саидова, стоило купить эту программу, стоило вообще прийти на все эти 3 месяца ради одного этого занятия. А помимо этого, я еще познакомилась с таким понятием, как мягкая ассертивность. Я впервые в жизни услышала, что есть такой зверь, какая-то неведомая вообще мягкая ассертивность, и что, оказывается, взаимодействовать с людьми и с самой собой можно из этого состояния. И для меня мягкая ассертивность – это про то, что как быть максимально доброй и бережной и любящей к самой себе и к окружающим меня людям, вне зависимости от того, кто это – моя семья, друзья или мои клиенты. Вот понимание, глубокое понимание, откуда эта ассертивность рождается и как жить из этого любящего пространства – это мой супер инсайт, это просто мое огромное откровение, за что вот я… 25 миллионов сердечек отправляю Михаилу и всем, кто работал над этой программой. Я хочу рассказать о конкретном результате. Как вы видите, у меня сейчас за спиной практически, ну, деревенский, да, деревенский дом, хотя я в маленьком городе. Я удаленно работаю, сидя под яблоней, в городе Касимове Рязанской области. И я тут вознамерилась, думаю, стану-ка я самым популярным блогером этого города. Почему бы нет? Я же хочу известности, популярности и мировой сцены, и сцены на 20 тысяч человек. И я решила, думаю, начну-ка я с того, чтобы стать самым популярным блогером Касимова. И начала писать в местном паблике некоторое количество постов, и очень быстро они начали производить резонанс. И вы знаете, и это провинциальный город, это 260 километров от Москвы. Здесь не каждый второй человек что-то знает о мягкой ассертивности. И в комментариях под постами я читала такое, что не читала никогда в жизни ни на одном, ни под одним своим постом, ни ВКонтакте, ни в Фейсбуке, ни в Инстаграме. Такие люди просто мои блоги, мои посты не читают, они на меня не подписаны. А когда ты пишешь в городском паблике на много тысяч человек, тебе в ответ пишут все. И вы знаете, какое вот было мое глубокое, потрясающее откровение о том, что... Как я стала иначе реагировать на самые болезненные, тяжелые, оскорбительные высказывания? Это экспоненциальная уверенность. Этот курс, он сделал меня другой. Я стала другой на этом курсе. Я нашла в себе возможность реагировать на подобные комментарии из состояния любви и нежности, и отвечать из максимального состояния сияния и раскрытия сердца. Вот одно это, возможность иначе реагировать на комментарии, на критику, это просто, это величайший подарок этой программы для меня. Это то, что я беру себе, это то, что я буду применять, потому что если я хочу известности, популярности и мировых вообще масштабов и мировых сцен, мне нужно научиться реагировать на критику спокойно, бережно и с любовью.
И вы знаете, и супер урок Михаила о том, что из критики можно на нее отреагировать жестко, а можно подумать, а могу ли я из этой критики взять для себя что-то? Есть ли в этой критике какое-то зерно, которое поможет мне измениться и поможет мне стать лучше? И вы знаете, я смогла это применить. Я смогла именно из этого состояния и этого настроения на эту критику посмотреть. Я задавала себе вопрос, а поможет ли мне этот комментарий как-то стать лучше? Вы знаете, это просто это прорывная мысль. Это мой инсайт, это мое супер открытие. Как достигать невозможных целей, как по-другому реагировать на критику, как взращивать себе неуверенность в себе, а самоценность. Это тоже это выражение, это большой для меня дар от Михаила, что можно мыслить не категориями «я уверенная в себе» или «я неуверенная в себе», потому что это в любом случае оценки определенные. А как можно переключить свое внимание на совсем другую категорию – самоценность? Вот это слово – это мое огромное откровение. Спасибо огромное Михаилу за то, что он об этом рассказал и что я об этом знаю. Что можно мыслить о себе из совершенно другой категории. И своим клиентам я теперь буду помогать взращивать не уверенность в себе, а раскрывать в себе и взращивать в себе самоценность. Я ценна такая, какая я есть. Я ценна полноценная и цельная в каждый момент своей жизни. И когда я буду об этом забывать, я буду возвращаться к своим конспектам с курса экспоненциальной. Кому было бы полезно пройти программу «Экспоненциальная уверенность»? Абсолютно любому человеку. Вы знаете, я уверена, что если бы каждый человек в этом мире прошел программу «Экспоненциальная уверенность» и начал бы применять в своей жизни те принципы, которыми с нами очень щедро поделился Михаил, мы с вами через год или два или три жили бы в абсолютно другом мире и создали бы абсолютно другую вселенную. Потому что люди, которые самоценные и которые общаются с собой и с другими из состояния мягкой ассертивности, это люди, с которыми бы я мечтала сама общаться. Эта программа будет полезна вне зависимости от того, на каком уровне дохода вы находитесь, какой у вас уровень масштаба личности, уровень амбиции, и абсолютно не зависит от вашего уровня проработанности. Если у вас за плечами 10 лет работы с психологом, 20 лет работы с психотерапевтом, 10 лет работы с коучем, вы прошли 25 тренингов, и этот тренинг, этот курс будет вам полезен. Абсолютно любому человеку. Если вы интересны сами себе, и если вам интересно познавать себя и делать свою собственную жизнь легче, радостнее и счастливее, то я от всего сердца рекомендую вам пройти курс «Экспоненциальная уверенность» и приходить в школу жизни. Школа жизни – это тебе, Михаил, это тебе, все экспоненциальные коучи, это вам, пространство арены, это вам. С любовью буду счастлива продолжать учиться у вас и счастлива быть частью этого пространства. Спасибо вам огромное, просто что вы есть. От всего сердца, с любовью и благодарностью, Елена Минина.